Друзья, назовем это уже второй серией. Вначале мы сидели в беседке, общались, а теперь оказывается, что гость приехал достаточно молодой, вот, и мне есть что вам рассказать. Тем более, что мы сравнили климат, примерно одинаковый, так только во снегу побольше. И чем больше снегу, тем больше должен быть холм, правильно? Вот. Теперь, вот он холм. Может, его плохо видно. А между ними росла китайская слива. Одна из самых старых ветеранов. Ей была бы жива, было бы сейчас 38 лет. Но она была посажена в яму, и у нее начало гнить основание штамба. Сейчас не видно, она все была покрыта грибами. Вот. Пришло время, начало отсыхать с верхушки. Так всегда бывает. Вот. И постепенно вот эта страшная ошибка, что была посажена в яму. Потом, если это так случилось, вот, пришлось семейство уступить молодежи. Вот, так, видите, вот эта молодежь. Вы сейчас обмолвили следующее, приросты большие. Да, вот эти приросты, они действительно большие. Если приглядеться, тут есть даже ну, почти двухметровые. Вот. Как получилось? Я не зря вас спросил про подвое, на что вы прививаете. Здесь прививка, основа подвоем является маньчжурский абрикос, причем уже не чистый, потому что его дети расползлись качеством, то есть они чуть культурнее, вкуснее. И тем не менее, морозостойкости хватает их. То есть совместимость абрикос на абрикос идеальная. Согласитесь, это не лучан абрикос, не слива на абрикос или там абрикос на сливу. И получается так. Стержневой корень. Вот есть сколько? Метра три есть? Есть. Вот. Считайте, что 3 метра в глубину. Абсолютная засуха. Жуткая, невероятная. Вот. Без полива посмотрите на приросты сюда. И посмотрите на приросты сюда. Это чуть моложе дерево. Они у меня экспериментальные, смотрите, сколько прививок. Удача, неудача. Еще покажу пару из этой серии. Почему? Сейчас поймете. Вот еще сладкая парочка. И там еще штук 5 дальше. Вот опять полутораметровые. Опять холмы. Так. И опять. Вот это прирост, видите, тут есть даже 2 метра. Вот. Далее, к чему я это все говорю? Хакасия всю жизнь считалась засушливой. Здесь всегда было так. Если один год 20 центнеров с гектара зерновых получат, это рекорд, это ордена, и в магазинах хлеб свой. А так, это вообще ужас какой-то. Вы видели когда-нибудь хлеб, который высотой меньше колена? Вот. А вы видели когда-нибудь эти 5-метровые эти кукурузы в Америке, а у нас кукуруза до пояса. А это хакасия. Вот. И вот эта удача заключается в том, что абсолютно не боятся засухи. Вот я к чему говорю. То есть все-таки абрикосовый подвой. Вот. Хотите, я вам сделаю подарок невиданный, неслыханный. Когда мы закончим, вы возьмете, я вам дам ведерко. И вы будете собирать косточки абрикосовые с моих этих сыновей мажорцев. Только скажете нет, мы сейчас же расстаемся. Тут же обижусь. Хочу. А, все. Согласен. Договорились. Так, это одно. Вот. Теперь. Принцип с подвоем мы поняли, да? Еще интересный момент. Есть вещи, которые только Турсун, кроме меня, знает. Больше никто. Потому что он заседатай моего сада. Показать вам настоящую химеру. Химеры, считается, долго не живут. Вот. Вот это и есть химера. Вот абрикос военно погибла. И на уровне, где находится шов, вот этот, привычный шов, подвой спрываем, вылезла вот эта ветка. И дала плоды не 80 грамм, а 40 грамм. Вот. То есть среднее между подвоем, потому что он 20-граммовый же манжурец, правильно? А фаина 80, а это получилось 40. Вот. Изменило все, стало ярко-рыжей. Так. И
теперь, ну, понимаете, вот у вас, Максим, да, уже Павел, Максим, варианты такие в жизни. Или вы чистый питомник, а вот надо выжить, надо заработать, надо семью кормить, да? Или у вас живет там в душе вот такой, как Дускобилов, вот он прячется сзади, такой же, как это. Дело в том, что он ни разу не прошел ни одного такого случая. Вот, так вот, возьмем вот эти веточки. Так, прироста не дал. Вот что значит это, видели? Ага, тогда, значит, вот эти. Отрезаем. Ну, это потом, когда закончится съемка. Кстати, а запись идет. Отрезаем. Вы пишете, химера Железова. А чем она хороша, знаете? Вот, считается, ну, извините, что подробно, я больше чем уверен, что вы были аспирантом. Вы проходили теорию химер, честно? Нет. Вот, почему? Потому что считается, что вегетативной гибридизации не существует. Это Турсун, он, я не знаю, как его не уволили, когда он работает, официальная должность, официальный институт, вот. Понимаете, а вместе со мной занимается химера. Ну где такое видано? Он в Москве бы, в этой Тимирязевке, его бы сразу уволили. Вот. А здесь в Сибири как-то прошло. И вот я почему говорю. Почему надо заниматься химерами? Значит, химера – это на границе подвоя с привоем получается коктейль из этих самых генов подвоя и привоя. И бывает сочетание неудачи. Что такое слово химера? Это коротко живущее существо. Ну, классика. Голова льва, а тело человека. Голова человека, а тело льва. То есть несовместимые вещи. Вот. И получается, что химера, значит, ей не жить. Посмотрите, это химере сколько лет уже. Видели? Вот. Ну, а почему сколько? Это я должен сказать сколько. Лет 8. Жива? Жива. Что вот в этой самой? Вы же сказали, что это у вас там 40 за 40 бывает. Вот. И тогда получается, что эти ветки послужат, ну, сразу нельзя сказать новый сорт. Когда вы привете на что-то, оно тоже скажется. Скажется, да? В какую-то сторону. И получится так, что, тем не менее, если у вас действительно жилка такая есть, вы вот эту вот у меня пару черенков возьмете ее, напишите «Химера клон Железова» и будете ей заниматься. Вот. Для начала ее надо где-то на что-то привить, сохранить, хоть на что. Хоть на что, так. А потом уже заниматься этим по-настоящему. Чтобы Турсун не говорил, что я единственный в стране, кто это самое. Понимаете? Пусть будет Максим второй номер. А потом первый, когда помру. Так, все, извините за такую речь. Наболело, что действительно, правда, никому не надо. Так, ну что еще? Тут интересно. В общем, запоминайте. Черенки. Вот. Вот это уникальная вещь. Вы знаете, чем она уникальна? Сейчас покажу. Вот это абрикос привитый. Абрикос также на Манчжурии, все. Обратите внимание, кстати, всегда, вот бросается в глаза, место прививки видели? Вон сантиметр выше земли, правильно? Вот, это принцип мой. Никаких 10, 20, 30 сантиметров. Хотите сохранить качество привоя? Только вот так вот. Вот, еще показываю всем. Это же учебный фильм, правильно? Вот, передаю молодежи... как сказать, свое мнение. Говорить знание нельзя, кто-то скажет, что я ерунду говорю. Мнение передаю. И вот это вот абрикос Мичурина. Год за годом 30 грамм, 30 грамм, 30. А в то же время избавляться от нее, для меня это как бы автомобиль Запорожец, автомобиль Жигуль, а здесь же рядом растут Мерседесы. Вот. И получается образно, получается так, что вдруг позапрошлый год он выдал 100-граммовые плоды, самые крупные за 100 грамм, сразу, без перехода. Что с ним случилось? А хрен узнает. Вот, в этом году помельче были, но, Захар сказал, допустим, 50 грамм. И если вы, вот смотрите, много лет так,
Один год вдруг случилось чудо какое-то, невиданное, немыслимое. Если я отрежу вот такую веточку, я считаю, ей цены нет. Это даже не просто, что когда-то вы будете торговать плода этими саженцами, а у людей будут знать, что у них 100-граммовые плоды. Я и сейчас не знаю. Последний год не в счет, из-за засухи они были 50-граммовые. А если бы не было засухи? Вот. 50 было бы или 100. Но тем не менее, потенциал гигантский. С чего ради они стали 100-граммовыми? Вот. У меня есть свидетели, есть фотографии. У меня была в гостях, уже не в гостях, как своя, аспирант Савинич, может, слышали, из моих этих самых, как их называется, из моих репортажей, Елена Александровна. Вот я ее угощал. Теперь я говорю, у меня свидетели, все, я не вру. Поняли? То, что он перестал приезжать, лечился. Болел. Так, теперь еще раз возвращаюсь к этим деревьям. Турсун вылезал с собой. Сейчас я скажу вещи, что доведу тебя до инфаркта. Вот там те два, вон, которые на холмах, 3, 4, и там еще. Существует сад пианиста. Это значит, что впервые даже вы не знаете, где этот сад находится. Вот. В этом саду растут самые неиспорченные абрикосы, сверхкрупноплодные. Там у него 5 саженцев. Мой королевский, мой академик, поздний Филиппиев от Филиппиева. Еще 2, черт его знает, помельче. Вот. Но рядом нет ни одного плебея, ни одного манжурца. Здесь у меня все, смотрите. Супер манжурец. Понимаете? Вот. Я за это и получил от этих выпускниц Тимирязевки. У Железов занимается мошенничеством и обманом, потому что с его любой косточки, даже вот с такого абрикоса, вот, все равно будет дичок. Понимаете? А я же ими торгую, этими же королевскими академиками, косточки вот с таких плодов. Вот. А мне припечатали, можно сказать, это, морду плюнули. И здесь, а там получается особый сад. Потому что рядом ни одного плебея, даже средних нет, то есть все одни отборные. А королевские и академики, и поздний Филиппиев за 100 грамм. Вы можете себе представить такие плоды? Я сам не верю, щипните меня. И вот оттуда я привез, я купил за 2500 черенков, то ли 20, то ли 40, уже забыл, за 2500, да? Вам дарю, кстати. И вот они. Поняли? Вот он. А вон еще. Вон еще, смотрите. Они у меня же есть. Но эти еще крупнее, потому что. Понятно, да? А вот это... Ридна Украина представлена, я оттуда привез черенок вот этого дерева, вот, это жардель, скромный, вот, привил на манжурца и угадал. В этом году все было усеяно ими, земля была полностью покрыта, приехал телеканал «Консультант садовода», приготовили 10 ведер, пока мы тут съемки делали в питомнике, набрали 10 ведер, сколько было, столько осталось. И на дереве еще. После этих 10 ведер собрали еще 10. Уже без этого. Ну, уже не докажешь, что это правда. Но видно, потому что когда 10 собрали, ничего не изменилось. Столько же осталось. Вот. Потом еще 10, 30. А потом, внимание, идите сюда. Посмотрите, сколько мы не собрали. Наклонитесь. Ну что, будете собирать? Учтите, дело в том, что это особое дерево, вот это, смотрите, вот это, чем оно особо сказать? Херсонская область, всю зиму дожди, всю зиму какая-то сырость в воздухе стоит. Там рядом было этот самый, это незамерзающее, полунезамерзающее, бывает и замерзало, Каховское водохранилище, так? Сырость необыкновенная, влага в воздухе стоит, туманы,
А жердели уже, видимо, там не одну сотню лет, а им уже по барабану это все. То есть они, помните ваши слова, выпривают абрикосы, что вынуждены на гибриды привать. Как вы сказали, гибрид абрикоса с алычой. Вот. Так вот, это, вот то, что я сейчас скажу, собирайте. Так. Вот. Это будущее вашего региона. Почему? Не выпривают. Если уже на юге Украины не выпривают. Я там провел несколько зим, уже будучи отцом, потому что у меня ребенок болел. Ну, то есть я вынужден был там зимы проводить. Не сказать, что комфорт, все-таки сыр, все, но все же не на риск. Вот, поэтому ребенок там, и я зимой к нему ездил, к ребенку, а не на курорты. Вот так вот. И я хочу сказать, что если вы вот это соберете, вот, сейчас только надо, так, детали потом, так. В общем, я бы мог еще часов 20 вам рассказывать. Вот. Часов 20. Чтобы еще. Пока он отключится, он еще 5 минут. Давайте походим еще. А, нет, давайте оставшееся время потратим на питомник. И это будет третья серия. Сейчас я отключаю. Так. И пойдем в питомник. И тогда включу камеру снова.